6 единиц стрелкового оружия использовали незаконно с момента открытия сезона охоты на пернатую дичь в Алтайском крае. А ведь прошло меньше недели. К тому же за это время произошло 3 несчастных случая. Погибли люди. Один оказался на линии огня, двое утонули. Об этом на брифинге журналистам рассказали специалисты Минприроды Алтайского края. Происшествия, а всего за неделю случилось их больше 80, по мнению руководства управления охотничьего хозяйства, напрямую связаны с ежегодным ростом желающих поохотиться, в среднем на 2000 в год. Наибольшей популярностью у них пользуются Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский и Тальменский районы. К нам все чаще приезжают гости из Кемеровской, Новосибирской областей, а также из европейской части России. При этом, отмечают специалисты, общий уровень охотничьей культуры остается низким. Большинство нарушений и трагических случаев происходит из-за неумения пользоваться оружием. В связи с этим в ближайших планах министерства ужесточить правила выдачи охотничьих билетов. Не просто сдачи охотминимума, но и проведение какого-то обучения в этой части элементарным правилам охоты. Не стрелять по проводам, не стрелять по силуэту и так далее. Более того, есть предложение приобщить к обучению, не знаю, стрелковые клубы. Напомним, сезон охоты на болотно-луговую, полевую и степную дичь открыли 25 августа. Он продлится до 20 ноября. На боровую дичь можно охотиться до 31 декабря. Отметим также, что по данным управления охотхозяйства, ежегодно от выдачи охотничьих разрешений в краевой бюджет поступает около 25 миллионов рублей. Еще около 10 край получает от штрафов за нарушение правил охоты.